Профилактику преступлений среди несовершеннолетних обсудили сегодня в прокуратуре республики в рамках открытого форума. Его участники изучили основные причины преступности несовершеннолетних и выявили проблемы по их предупреждению. В ходе встречи было отмечено, что уровень детской преступности в Дагестане снизился более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продолжит Зумруд Гамидова. Проблема профилактики преступности и правонарушений детей и подростков всегда остается актуальной для общества. По мнению главного прокурора республики Сергея Белякова, создание в республике эффективной системы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних требует комплексного подхода, который невозможен без взаимодействия государственных и общественных институтов. За 5 месяцев 2017 года, по словам исполняющего обязанности прокурора Дагестана на территории республики, несовершеннолетними совершено 94 преступления. Для сравнения, в 2016 году в это время было совершено более 300 правонарушений. Принятые прокуратурой меры по устранению причин, способствующих совершению преступлений, способствовали снижению уровня нарушения правопорядка. Снижение совершения преступлений несовершеннолетним существенное, а их удельный вес тоже снизился с 3% до 2%. В прошлом году снизилось количество совершенных несовершеннолетними грабежей на 14%, угонов автотранспорта на 27%, краж на 25%, разбоев почти на 70%, снизилась групповая преступность на 40%. Основными направлениями в предупреждении преступности несовершеннолетних является обеспечение надлежащего контроля со стороны соответствующих служб, чья деятельная работа будет способствовать к минимизации преступности. Кроме того, прокуроры добивались устранения правонарушений, связанных с взиманием родительской платы за присмотр и уход за детьми. Так, прокуратура Тарумовского района направила в суд 3 иска о возмещении незаконно взысканной дошкольным учреждением родительской платы. Кроме того, установлено 120 фактов непосещение образовательных учреждений, в связи с чем в отношении их родители привлечены к административной ответственности. К сожалению, необходимо отметить, что на профилактическом учете в ПДН стоит около 300 родителей и законных представителей несовершеннолетних, которые своим поведением оказывали отрицательное влияние на детей. В отношении свыше 1400 родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. До сведения участников форума было доведено, что особое внимание уделяется соблюдению прав детей-сирот. За 2 года по искам прокуроров более чем 60 гражданам из числа детей-сирот предоставлено жилье. В свою очередь, министр МВД республики Абдурашид Магомедов подчеркнул, что дети и подростки нередко обучаются исламу у представителей радикальных течений. В этой связи в вопросе профилактики преступности несовершеннолетних очень важное значение имеет семейное, а также правильное религиозное воспитание будущей молодежи. Очень серьезная проблема, связанная с тем, что детьми занимаются кто попало. Это я хотел бы здесь, не говоря о том, что не должно быть религиозного образования, в то же время мы сталкиваемся с такими фактами, когда детей отвлекают и разного рода. Я не против вообще религиозного образования, я против того, чтобы там этими детьми занимались кто попал. Эти люди не понимают, как организован мир, как он устроен, и в то же время берут на себя смелость обучать детей. Эксперты форума в формате открытого диалога обсудили имеющиеся проблемы в сфере прав несовершеннолетних и предупреждения о совершении ими преступлений, а также высказали свои предложения по их решению. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.